с этой сессии, я чувствовала себя словно в платье, которое вдруг мне стало мало. И однажды оно просто лопнуло у меня по швам. Но вы понимали, что таким побегом вы можете всех оттолкнуть от себя? Да, я это и собиралась сделать. В поисках приключений ранним утром 58 года Роми приземлилась в аэропорту Орли для съемок своего первого французского фильма «Кристина». В тот день у трапа Роми поджидал ее новый партнер, совершенно никому неизвестный юноша, который оставит самый глубокий след в ее жизни. Его звали Ален Делон. После успеха «Дьявольской красоты» сериала об Алене Делоне этой весной мы начинаем наш новый сериал, который ждали вы все. Он будет посвящен Роми Шнайдеру.